Всем привет! Выехал на речку Южный Буг половить на фидер и макушатники. Вот нашел такое местечко. Классная вымостка. Сзади меня населенный пункт, так что может быть чуть шумновато. Кашка у меня будет самодельная, совсем необычным ингредиентом. Кашу делал по такому рецепту. В кастрюлю добавляю 3 чашки воды и довожу до кипения. Добавляю 200 грамм мороженой креветки и варю 10 минут. Достаю креветку. Чижик занюхал креветку. Засыпаю кружку перловки. Добавляю столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Накрываю крышкой и варю 30 минут на среднем огне. Дочку и племянницу попросил почистить креветку. Им вкусняшку, мне отходы. Чижика тоже порадовали. Остатки креветки пропускаю через кофемолку. Спустя полчаса варки в перловку добавляю пакетик ванилина. Перемеленную креветку и засыпаю чашкой пшена. Ставлю на минимальный огонь на 30 минут. Каша для рыбалки готова. Взял с собой сегодня фидерок Обей. То, что покупал в Алиэкспрессе. И 2 макушатника. Поступил я 50-граммовый грузик от кормочка. Сейчас поищу какую-нибудь бробочку. О, что-то уперлось. Тут и будем клипсоваться. Оснастка у меня инлайн. И тут поводок 0,23 из флюорокарбона. Насадка будет как в прошлый раз. Медовый пуф в сочетании с одним опарышем. Еще взял червячка и чесночный пуф. Тоже хочу проверить. Так, для начала заброшу кормушек 10. Дома простой круг макуха порезал и пожарил на сковородке. На этом макушке у меня будет искусственная плавающая кукуруза. Она как раз ставит крючок на жало. А второй у меня будет на волосы опарыш с таким замочком. Как такое сделать, я показывал в прошлом видео. Подсказка будет в правом верхнем углу. Какая красота! Поцепил тоже бубенец на фидер. Вот уйду туда в тенек. На жаре невозможно находиться. Уже прошло 2 часа, как я тут. На макушатнике только что поклевка была. Я это видел на правую, там где это плавающая кукуруза. Оп-оп-оп, первая поклевочка. Что-то дергает.
Ух, как дергает. Карасик, наверное. А что ж. Вот ты первый карасик. Серебряный. А у нас там, там где я рыбачу, то золотой клюет. Так, вот и можно садок замочить уже. Вот тут в теньке поставлю. Аккуратно, аккуратно. Вот я тут поставил поводочек 0,1 из флюорокарбончика. А то у нас с клевом сегодня вообще все паршиво. Уже 3 часа 45 минут на рыбалке. Вторая поклевка. Вижу, слева рыбаки тоже сидят, бамбук курят. Ну ничего, точку хорошо прикормил. Остается только ждать. Так, что у нас там клюнуло? Вот такой карасевый взял. Ух, а заглотил крючок. Поклевочка. Дергается хорошо. Карасик видно. Переставила я обратно 0,2 поводок. Думаю, лучше не рисковать. Более разницы по клеву я вообще не замечаю. Ух ты. Это не карась. Хорошая плотвица. На засолку то, что надо, пойдет. Что-то клюет. Да, клюет. Оп. И буквально только забросил. Неужели перед дождиком клев пошел? На чесночный пуф. Я уже думал домой собираться. Карасик оценил чесночный пуф. Ого! Вот это клюнуло. Ну, или хороший карась, или подлещик. Это все перед дождем. У нас обычно так перед дождем начинает карась хорошо клевать. Угу, карасик.
серебряный карасик. И такой самый вкусный размер ладошечник. Клюет все как один. Разница сейчас между поклевками примерно 3-5 минут. Это уже третий. За 8 минут. Дождик перестал капать и перестал клевать карась. Вот такой хитрый, а? Так, ладно, буду я закругляться. Уже почти 8 часов без 20. Покажу сейчас мой лов. Не велик, конечно, но есть. Примерно с десяток карасика. Ну, на ужин будет, на жареху. И весь карась хороший, ладошечный. Самый вкусный. Насчет кашки, дам я ей еще один шанс. Поеду на те места, они там дальше находятся, километров 10. Секундочку, у меня поклевка тут. Там, где я леща туда килошну ловил, там и проверю кашку. Еще разок. О, таранка. Полотвица какая зачетная. Если видео понравилось, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.